Хочет жениться на Алиф, однако ее ответ вынудит открыть новую страницу в жизни. Бахадыр не в курсе того, что Кинан сделал предложение Алиф. Сможет ли Бахадыр воссоединиться с Алиф? Бену безумно рада, что доказала отцовство Акана, но неожиданно появившийся гость глубоко заденет жизнь Бену. Убийца Садулаха Акан сколько еще сможет скрывать свою тайну? До ушей Элиф доходит, что Назлы целовалась с Бахадыром. Леман даст ужин в честь того, что в их семью вошел эмир.